Всем привет! Вы на канале Саньки ТВ. Карантин продолжается, и мы все сидим дома. И сегодня я хочу вам показать, как можно прокачать вашу спину и пресс. Первое упражнение – это скручивание. Его можно делать с прямыми ногами, то есть вот так. И также с согнутыми. Теперь книжечка. Теперь можно делать ножницы. Они делаются вот так. Можно еще делать вот так. Скрещивание. Теперь переворачиваемся на спину, на живот, со спины. И делаем, так сказать, гиперэкстензию. Теперь поднятие ног. Теперь все вместе. Помогут вам прокачать спину и пресс. Ну а кому понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и всем до новых встреч. Пока-пока!